А вот сейчас я хочу всем юношам, молодым людям задать такой вопрос. Вот если бы у ислама были бы крепостные стены, которые защищают ислам, и если бы самому непокорному Всевышнему Аллаху, мусульманину, который ни раз не переступил порог мечети, сказали бы: вот здесь трещина, стой здесь, смотри, никого не пропусти. Я думаю, не нашлось бы ни одного человека, который бы смерть не отдал бы защитить вот эту трещину. Сегодня, дорогие братья, не только сегодня, уже давно мир разделен на две части. Есть мы и есть другие. Мы мусульмане, и есть люди, которые не желают ислам, которые борются с этим исламом, называя это разными именами. И сегодня есть эти границы, и есть эти трещины. Но сегодня, вы знаете, мир не такой, когда воюют мечами и саблями. Сегодня война идет информационная и идеологическая. Так вот, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в своем чудесном хадисе еще в свое время предупредил нас о такой бреши в стене. И хочу остановиться подробно на этом хадисе, дорогие братья. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, каждому из нас сказал: «Анта аля тугратин мин тугури ислам, фала юктаянна мин кибалик». Ты находишься на бреши крепостной стены ислама, смотри, чтоб через тебя не прошли, сказал пророк. Речь о чем идет? Сегодня жизнь мусульманина находится под двумя увеличительными стеклами. Одно увеличительное стекло, через которое смотрят на нас исламофобы. Второе увеличительное стекло, через которое на нас, как мусульман, смотрят те люди, которые интересуются исламом, когда видят человека, носящего мусульманское имя, несущего бороду, говорящего, что он мусульманин, ожидая вот это, вот он ничего плохого не сделает, ожидая, что ты покажешь этому человеку ислам, у него помысел хороший, но однако он наблюдает за тобой, он думает, что же он покажет, как же он поступит. Вот эти два увеличительных стекла всегда на нас смотрят. Мы живем в России. Мы порою живем за пределами России. Вы знаете, что вы находитесь на защите ислама. Если мы позволим сегодня мир социальных сетей, когда мы ничто не сможем, не можем утаить из своих поступков. Валлахи, что бы ни произошло, тут же это приходит к огласке. Как можно совершать подобные поступки, которые могут бросить тень на ислам, на мусульман? Тем более сегодня так в моде имидж мусульманина. Каждый норовит отрастить эту бороду, стричь усы, показать из себя внешний мусульманин. Ведь это же большая ответственность. Ведь да, хиджаб, борода – это предмет доверия к мусульманину. А во что мы его превращаем? Работайте, братья, над собой. Будьте требовательны к себе. Почему вы, почему юноши? Потому что юношество – это пик энергии. Это пик страстей. И всегда, ведь почему посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говоря об этой бреши, об этой дыре в стене, имел в виду не физическую стену, он имел в виду нравственную стену. Он имел в виду информационную защиту мусульман. И поэтому же ведь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, требовал у сподвижников, чтобы они даже внешне выглядели чисто плотно. Он говорил:
очищайте свою одежду, очищайте свою территорию, рихалякум, где бы вы ни остановились, где бы вы ни проживали, держите это в чистоте, чтобы вы были как белые голуби среди людей, говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отличались только с хорошей стороны. Почему мусульманин, когда он хочет что-то натворить, хотя бы ради того, чтобы, пусть он еще не начал соблюдать ислам, я призываю таких людей, и я уверен, он получит награду, даже если он далек от ислама, если он воздержится от какого-нибудь поступка, который может вызвать широкий резонанс и бросить тень на ислам, если он проявит сабр, уступит и потерпит, даже если он вынужден терпеть унижение, только лишь ради того, чтобы не сказали слово о мусульманах. Валлахи, этот человек получит вознаграждение от Всевышнего Аллаха, потому что он возвышает то, что возвысил Всевышний Аллах. Разве так не должен каждый из нас подумать, прежде чем что-то натворить? Работая где-нибудь перед большим начальством, выполняя свой долг, профессиональный долг, у каждого у нас есть ответственность за свой профессиональный долг. И нам доверяют, потому что мы ходим в мечеть, держим в руках четки, одеваем тюбетейку, ходим с бородой. Много нам доверяют, часто нам доверяют. Не дадут солгать имамы. И за мою бытность, Аллах говорит, подумал, говорит, это человек, человек, который далекий от ислама. Доверил этому человеку, потому что он в исламе. Доверил имущество. Доверил родную дочь, когда выдал замуж. Подумал, говорит, что этот человек покажет только хороший пример, оказался таким-таким. Приходилось опускать голову перед этим человеком. И таких людей много. Сегодня время не говорить об исламе, время показывать ислам. Сегодня люди, которые еще не прошли через порог мечети, смотрят на нас, которые находимся здесь. Какой ислам мы сейчас им покажем? Вот что народ сегодня ждет от нас. Народ сегодня нуждается в молчаливом дауте, а не в ваших спорах и ваших доказательствах, что ислам хороший, что ислам правильный, и что вы хорошие мусульмане. Покажите это на своем деле. Вот что сегодня требуется. И вот что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, потребовал, когда сказал, что каждый из вас находится у крепостной стены, защищает трещину в этой стене, пусть никто через вас не пройдет. Это значит, пусть никто из вас не позволит, не даст повод что-нибудь сказать плохое об исламе и мусульманах. Да сохранит нас Всевышний Аллах на истинном пути и сделает нас богобоязненными, и сделает нас предводителями для всех остальных людей. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.